Вопросы накопившиеся в строительной отрасли не решаются сразу. Чтобы найти выход из ситуации, представители Союза строителей Казахстана и частные компании провели встречу в новом формате, обсудив проблемы и пути их решения. На совещании председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев, прибывший в Жамбылскую область с рабочим визитом, отметил, что в регионе открылся филиал Союза строителей. Депутат Мажилиса парламента 5-го созыва встретился с местными представителями строительных компаний. В областном акимате на совещании специалисты ответили на ряд вопросов и предложили пути их решения. К примеру, они остановились на необходимости полной модернизации проектных работ, потому что подрядные компании до сих пор работают по старым стандартам, а они не отвечают современным требованиям, говорят специалисты. Если раньше мы наши специалисты говорили, значит, о недостатках, мы сейчас будем говорить об этих недостатках и предлагать решение. Почему? Потому что, когда мы предлагаем решение, соответственно, мы ее контролируем. Иногда предприниматели говорят о проблемах, а потом министерство это вносит в виде изменение законодательства, она не всегда устраивает предпринимательство. Она иногда, когда закон выходит, она работает в холостую. На встрече также был поднят вопрос парковки в многоквартирных домах. Например, теперь у каждого жителя есть по крайней мере одна машина, и жители сетуют, что они заполнили дома вокруг. Кроме того, обсуждались вопросы конкурентоспособности на строительном рынке и улучшения качества работ. Виктория Трегубова, Санат Аралбек, 77 News.